недавно в интервью очень подробно свою точку зрения в отношении санкций сказали, что это длинная история, и рассчитывать на то, что здесь какие-то изменения быстро произойдут, смысла нет. Но тем не менее, на фоне тех санкций, которые в отношении России имеют место, как вы полагаете, возможно ли изменение отношений инвесторов к России, к российскому рынку? Ну, оно уже изменяется. Вы знаете, сейчас большой приток на фондовый рынок. Сейчас вот последний квартал достаточно серьезный приток. Потому что, ну, мне кажется, что для инвестора важно это не то, что есть санкции или нет. Мне кажется, важна предсказуемость. Вот, мне кажется, пугало последние годы, пугала перспектива новых санкций. Вот она практически, по-моему, практически сейчас исчезла. Если так ничего в мире не случится, новых санкций не будет. Поэтому мне более предсказуемость. Если он предсказуемый, значит, он счетный. Если он счетный, значит, можно вкладывать деньги по счетам, опять же, доходность. Поэтому мне кажется, что сейчас как раз для российского рынка, если вот такой не будет большого спада, опять же, спад будет, может быть, за рубежом, а сюда деньги пойдут. Поэтому я думаю, что как раз вот сейчас так санкции таким фундаментально ограничивающим фактором вложения не являются. Потом все уже поняли, как с этими санкциями бороться, все уже юристы написали все legal opinion, что можно, что нельзя. Все уже понимают, что можно покупать, что нельзя покупать. Поэтому мне кажется, что с точки зрения как раз вот, притока западных денег, санкции будут существенно меньшим фактором, чем это было в последнее время. С точки зрения ситуации на рынке, вы отметили приток инвесторов, частных инвесторов. И действительно, это небывалая волна, которая за всю историю такого никогда не было. И да. В лидерах движения управляющей компании «Альфа Капитал». Вот как вы видите причины этого притока? И глядя вперед, полагаете, эта тенденция сохранится? Ну, причина притока очевидна. Это значит, соответственно, доходность за пределами России, доходность в России, плюс, опять же, предсказуемость. Ситуация стала фундаментально более предсказуемой, а ставки удовлетворяют. Вот, собственно, все. Поэтому, опять же, Россия на сегодня так или иначе меньше, чем все, привязана, чем большие экономики привязаны к мировой экономике. Мы, на самом деле, по-прежнему, так сказать, так вот, живем в своем мире, там, нефти, газа и так далее, но относительно других стран более обособлены, санкции тут только способствовали. Поэтому вот это причины. Но я думаю, что в ближайшее время, вот до начала такого большого спада в мире, а может быть даже после его начала, у нас приток денег сохранится. Мне кажется, рынок сейчас я очень на рынок, я, в принципе, смотрю оптимистично. Как вы оцениваете в целом развитие российского рынка с начала 90-х годов? Какой путь мы прошли? Ну, опять же, я вот не специалист по фондовому рынку, но то, что вообще случилось, никто этого не помнит. В стране не было вообще финансовой системы. В стране был единственный государственный банк, центральный, потом был Сбер, как его там отделение, Сбербанк, и больше банков не было. Вот, не было такой компании, только государственные, там, Росгосстрах. Тогда не было вообще никаких институтов, никакой инфраструктуры финансовой, не было вообще. Так же, как рубль был неконвертируемый, соответственно, страна была закрыта. Вот за 30 лет, почти за 30 лет, мы стали, на самом деле, нормальной капиталистической экономикой в этом смысле. Поэтому со всеми инструментами. И потом более чем развитые. Еще нам 15 назад, вот, в конце 90-х годов, мы очень много жаловались на то, что у нас регулирование другое, у нас вот все не так. Сейчас, мне кажется, абсолютно квалифицированный западный нормальный рынок. Поэтому он еще небольшой, просто, так сказать, исторически, но это очень инфраструктурно и институционально. Это просто мы прошли гигантский путь, мы создали с нуля всю систему. Сейчас на рынке огромная доля государственного сектора, и эта доля растет. Как вы полагаете, будет ли обратное движение? Ну, не сейчас. Пока не будет. Я думаю, что это в целом отражает, так сказать, общую линию и политической реалии, поэтому я думаю, что сейчас такого движения назад не будет, но рано или поздно оно, конечно, произойдет. Я абсолютный сторонник частного сектора, поэтому для меня это очевидно. Я считаю, что тут даже не о чем говорить, поэтому не хочу приводить примеры. Поэтому у нас, я думаю, будет доля государства в какой-то момент снова сокращаться достаточно резко, но в ближайшее время это не произойдет. А горизонт? Это, вы знаете, это вот так же, как мой товарищ премьер-министр Егор Гайдар говорил, что прогноз цены на нефть очень опасна для профессиональной репутации. То же самое прогнозы там, когда, совершенно невозможно. Когда это будет, я сказать не могу. За счет чего в нынешних условиях частная структура может конкурировать с государственными банками? Сейчас вот за те годы, которые мы прожили, вот надо сказать совершенно твердо, что одна из вещей, которая произошла, позитивная, это отсутствие дискриминации по форме собственности. Вот мы сегодня, я много лет, так сказать, бегал и жаловался, причитал, что нас дискриминируют по отношению к Сбербанку, например. И там правила работы Сбербанка, и там нормативы, там разные исключения нормативных требований, дешевые деньги, там, которые у меня не получали. Вот это все делало возможным, для них делалось существенное преимущество.
Госбанком. Сейчас этого нет. Вот мы сейчас не чувствуем себя дискриминированными никакой стороны. И это такой большой-большой шаг вперед. И вот единственное, что сейчас трудно маленьким, потому что конкуренция, в принципе, подавлена из большого государственного сектора. Но большие финансовые институты, такие национальные чемпионы вроде нас, мы никакой проблемы конкуренции с госсектором не испытываем. Вот, я думаю, что сейчас проблема – это подавленная конкуренция. Это, прежде всего, влияет на малый и средний бизнес. Я почитал на днях, что у нас упала, к сожалению, доля малого бизнеса в ВВП опять. Она и так очень небольшая. Вот, поэтому для маленьких это проблема. Но это не форма собственности, это, прежде всего, размер позиционирования себя в конкурентной среде. На финансовом рынке барьер, который существует, вообще позволяет новым участникам появляться? Очень трудно. Это сейчас очень трудно. Сейчас можно сделать стартап. И есть примеры там, маленьких финансовых институтов, типа там Точки, например, если вы знаете такой банк, который вполне успешно там, вышли на рынок, стали деньги зарабатывать, найдя свою нишу. Но, в принципе, развить так вот, серьезно построить большой в условиях такой подавленной конкуренции, избыточного регулирования и вот всей нашей среды сейчас очень трудно. Хотя есть выдающиеся примеры, как Тинькофф построил достаточно быстрый и успешный банк. Это все 10 лет заняло, там, и сколько он строил. Вот, поэтому примеры, конечно, есть, но это очень трудно. Это очень тяжело. На ваш взгляд, есть ли какие-то новые технологии, которые могут принципиально изменить финансовый бизнес? Не сильно появляются, но все, что касается с искусственным интеллектом, все, что касается распознавания лиц, и вся деятельность вокруг финтехов, конечно, она фундаментально меняет. Вот, все, что касается бигдейта, все меняет, так, блокчейн и все остальное, все, конечно, поменялось сильно всю эту среду, и, собственно, вот на этих финтехских решениях и можно кому-то, каким-то стартапам можно подняться и стать большим. Поэтому, конечно, технологически все фундаментально поменялось. Мы сейчас больше времени тратим на анализ нашего мобильного приложения, вообще на все остальное. Вот, поэтому, конечно, это фундаментально другая жизнь. Этого ничего не было. В ваших предыдущих интервью вы говорили о том, что вы готовы выходить из бизнеса, если есть правильная оценка. Безусловно, бизнес абсолютно. Почему Альфа не стал публичным, Альфа-банк не стал публичным? В сегодняшних условиях мы просто, учитывая отношение к России по-прежнему, мы получим очень небольшую цену за банк, только и всего. Поэтому будет дисконт просто к цене из-за политической ситуации, из-за того, что мы русские. Поэтому это первое. Второе, мы зарабатываем 15% устойчиво на капитал, поэтому делиться просто этими деньгами с теми, кто будет нас дешево покупать, зачем? Это все вопрос цены. Поэтому вместе с тем, значит, знаете, публичное, вы берете на себя гигантское бремя ответственности по отчетности, по общению с инвесторами и так далее, вы очень сильно себя ограничиваете. Поэтому эти ограничения в условиях, когда это не компенсируется материально, просто бессмысленно. Поэтому сегодня для нас становится публичное просто абсолютно бессмысленно. В российском рынке нет публичных управляющих компаний, брокерских компаний. Да. Причина та же, как вы полагаете? Это то же самое. И плюс еще недостаточно большие. Для того, чтобы реально стать публичной компанией, чтобы это было интересно, получить хорошую цену, надо большими. Ну, вот у нас есть компания страхования, которая, в принципе, могла бы быть, у нас публичных компаний страхования нету, по сути дела. Вот поэтому теоретически можно было бы выйти на рынок. Она просто маленькая для этого. Мы считаем, что вот с таким размером вы нормальную цену не получите. Поэтому вот надо быть действительно большими. Поэтому вот то же самое сегодня управляющие компании. Они просто маленькие. Они мало зарабатывают денег сегодня, поэтому это просто бессмысленно. Как вы полагаете, российские бизнесмены могут быть успешны на международном рынке? Мы пытаемся. Безусловно, работаем здесь и на Западе, пытаемся быть успешными на Западе. Включая банки, у нас банк в Амстердаме, когда мы сейчас делаем достаточно серьезный упор и пытаемся его развивать технологически. Поэтому мы пытаемся все время. Для нас сегодня это не секрет, для нас вот сегодня вот мы так 50 на 50, это Россия и Запад, это, конечно, такой большой личный вызов. Мы так и, в общем, и будем развиваться там и там. Ваша группа построена как партнерство на протяжении большого количества времени. Да. Насколько это важный фактор успеха структуры? Ну, это совершенно нетипично для русского рынка. Я, честно говоря, таких примеров просто не знаю практически. Чтобы несколько человек, вот так 30 лет, мы работали вместе. Ну, это, мне кажется, это, во-первых, психологически очень важно. В 90-е годы еще было очень важно сочетание безопасности. Когда один человек, так сказать, его что-то случится и все кончится. Вот. У нас всегда было несколько людей, которые всегда были в курсе всего. И имея дело с нами, надо было понимать, что ты имеешь дело с группой людей. Вот. Но это уже давно все прошло, это уже сейчас не является аргументом. Аргументом является психологическая, во-первых, поддержка друг друга, потом, безусловно, возможность охвата больших направлений бизнеса. Скажем, у нас есть
нефтяное направление, которое мы занимались много лет, там ТНК BP была компания, сейчас вот на Западе, в Германии компания D Wintershall. Конечно, я очень поверхностно в это погружаюсь, потому что значит, вот, Герман Хан этим, так сказать, занимается плотно. Так же, как Герман очень слабо представляет себе, то есть не очень слабо, но не очень глубоко, я бы сказал, так представляет себе, что надо делать в финансовом секторе, он за это не отвечает. Поэтому вот, вот это вот такое делегирование ответственности даже между партнерами, это такая важная вещь. Но потом всегда, значит, в общем, коллективный разум сильнее разума одного человека, поэтому, безусловно, это зрение такого просто принятия решений, обмен опытом, знаниями, это, безусловно, это важная вещь, мне кажется. Поэтому, ну, опять же, это люди разные, нам очень комфортно в партнерстве, кому-то вот такая, вообще русская традиция будет делать все одному, поэтому это, опять же, это очень нетипичная история для нашего рынка, я, опять же, практически не знаю примера. У вас, насколько я понимаю, узкий круг партнеров. 6 человек. Вы упоминали Goldman Sachs, да. У них там больше 400 партнеров. Да, вот это совершенно другая, это уже это другая структура. Это, у нас реальное партнерство, маленький круг близких людей, это другая совсем история. Вы совместно принимаете решения по поводу любых крупных инвестиционных проектов, независимо от того, в какой... У нас есть четко прописанные процедуры. Слово «совместно принимаете решения», у нас есть процедуры, кто как принимает решения. В конечном итоге это выходит на совет директоров, где есть акционеры, где есть не акционеры, которые принимают решения. Поэтому у акционеров, конечно, серьезный голос в конечном итоге. Вот. Но мы вообще очень сильно делегируем принятие решений. Например, вот инвестиционные решения. Я не специалист по инвестициям, опять же, и, конечно, мы во многом слушаем тем, кто является специалистами. Поэтому вот это вот делегирование полномочий и правильное формирование органов, принимающих решения, это вот как раз функция акционеров. Поэтому сказать, что мы там сидим и принимаем решения, это не так. Я много лет не хожу на кредитный комитет, когда я перестал работать в менеджменте, например, я не знаю, меня сейчас спрашивают, по каким ставкам вы кредиты выдаете, я понятия не имею. Все так более что-то слышу, но, в общем, особенно я не вникаю. Вот. Это конкретные решения во многом у нас делегированы. Вот, по правилам. Поэтому, конечно, мы какие-то принципиальные решения обсуждаем, мы думаем о них, но у нас очень большая делегированная ответственность. Это культура, заложенная во многом Михаилом Фридманом с самого начала, что он был у истоков, так выбирали это все структуры. И это все, безусловно, работает, это очень важно для нас. Вот если говорить о таких совсем больших сделках, X5, ритейл... Конечно, мы это обсуждаем. Ну, конечно, это обсуждается. У нас вообще раз в 2 недели происходит наблюдательный совет группы. И, конечно, большие вопросы, конечно, тщательно и долго обсуждают. Есть какой-то лимит на одну сделку, лимит, конечно, риска? Есть. Все прописано. Есть лимит менеджмента, лимит директоров, лимит акционеров. Я не помню цифры, опять же, но они большие. Там акционеров там уже, я думаю, под $1 миллиард где-то. Вот сейчас сотни миллионов долларов уже выходит на акционеров, становится совет директоров. У нас принцип, что совет директоров управляет компанией, акционеров уже так, совсем что-то такое большое. Вот. Но лимиты все прописаны. На каждом уровне есть свои принятые лимиты, и они жестко соблюдаются. Самая большая сделка в истории Альфа-групп? Самая большая сделка – это продажа половины ТНК BP, BP-шникам сначала, а потом продажа половины BP Роснефти за $28 миллиардов, на секундочку. Наша доля была 14-20%, мы получили $14 миллиардов с этой сделки, а когда продавали BP-шникам, они заплатили $7 миллиардов, если я правильно помню, за половину. Это, кстати, была в то время самая большая сделка в истории России, не считая продажи Аляски. Сейчас возможно построить с нуля такую группу, как Альфа в России? Кто-то построит наверняка. Не только возможно. Сейчас это намного сложнее, чем в 90-е годы, потому что там ничего не было. Можно было просто куда угодно идти, что угодно строить, нигде ничего не было. Сейчас намного сложнее, но всегда будут появляться люди, которые будут строить большие структуры. Безусловно. И в том или ином секторе, и там, ну и вот мы знаем, что молодые люди там в фармацевтике появляются, на самом деле. Кто-то точно будет появляться в IT, заработать большие деньги, безусловно. Нет, конечно, будут появляться люди, которые будет меньше, чем это вот целый список Forbes, уже люди пожилые. Таких людей будет меньше, но будут появляться люди, которые будут делать большие структуры, безусловно. Безусловно. Много наверняка в вашей профессиональной карьере разных историй, в том числе забавных, связанных с рынком. Может быть, Историю я оставлю для своей книжки. Я книжки пишу, я вот там эти истории вот излагаю. Как вы полагаете, сейчас фондовый рынок, что значит для страны? Насколько это важно? Ну, это просто абсолютно механизм выживания страны. Это никто не понимает, это слово спекуляция, там, торговля. Это просто механизм обеспечения жизнедеятельности всей финансовой системы. Поэтому это просто абсолютно необходимо. Вот вы понимаете, вот вы говорили по поводу продажи. Вот почему мы готовы продать бизнес? Не только, что нам деньги личные нужны. Нам личные деньги там, нужны как бы уже не очень. Но если кто-то дает цену, которая больше ваших ожиданий, значит, он лучше вас. Думаешь, что он будет платить этим бизнесом. Это вот это живой механизм. Новая цена предполагает нового инвестора, новый скачок и новое развитие.
Вот это, про это говорят деньги. То же самое фондовое, это обеспечение, это жизнеобеспечение. Поэтому вот этот вот механизм перетока, на самом деле, компании из рук в руки, вот, рынок капитала, инструмент обеспечения жизнедеятельности. То же самое фондовое рынок, как часть рынка капитала. Это механизм обеспечения жизнедеятельности. Поэтому он очень нужен. И все эти вот якобы акулы и спекулянты, они просто нужны для того, чтобы система жила. Только и все, иначе ее не будет. Если попытаться посмотреть в далекое будущее, 10 лет, 50 лет, вот как бы вы могли себе представить российские финансовые? Ну, я исторически оптимистичен. Я считаю, что Россия абсолютно нормальная европейская страна, и там со всеми колебаниями, в общем, так или иначе, шаг вперед, два шага назад, но мы, безусловно, идем в сторону Европы, и мы будем нормальной европейской страной. Ну, вот, со своей спецификой, безусловно, но у нас будут совершенно те же, на самом деле, институты, которые есть во всем мире, ничего тут особенно отличаться не будет. Со своей национальной спецификой, конечно. В целом это все идет в нормальную сторону. Так, никаких неожиданностей, мне кажется, не будет. То, что у нас есть сейчас, и ваше представление, например, в начале 90-х годов в отношении финансового рынка, они как-то совпали? Мы, когда, если говорить о правительстве, мы думали о большей экономической свободе, о большей либерализации, о меньшей доле государства. Вот у нас были, конечно, более такие, я бы сказал, более... Вот о меньшем неравенстве. Я думаю, что вот то неравенство, которое сегодня есть, и это вот, конечно, там количество, с одной стороны, миллиардеров, с другой стороны, людей, которые живут... имеют доходы ниже прожиточного минимума, мы про это не думали, это, конечно, нас вряд ли привлекло. Вот. Поэтому вот это вот неравенство, это вот государственная доля государства, это зарегулированность. У нас, конечно, были более, так сказать, на мой взгляд, прогрессивные представления о том, что получится, что-то из этого, конечно, точно не получилось. Как вы полагаете, с точки зрения инфраструктуры нашему рынку, фондовому, финансовому, что-то фундаментально не хватает? Нет, мне кажется, у нас очень грамотные финансовые власти. И это касается Центрального банка, это касается вообще всей регуляторики последних лет. Вот. И регуляторно, и с точки зрения макроэкономического регулирования, вот, все, что сказать, я, в отличие там, от Олега Дерипаски, очень поддерживаю Центральный банк в его политике ставок, и так же, как я поддерживаю жесткую бюджетную политику Минфина. Поэтому мне кажется, что у нас вот как раз все, что касается вот, макроэкономической ситуации, стабильности, регулирования, все очень профессионально и, в общем, хорошо. Сейчас в моменте вы считаете российский рынок недооцененным? Ну, конечно, он фундаментально недооценен, конечно. Это все касается визополитической ситуации, конечно. Конечно, так или иначе, вот, хотя тут сейчас пошел приток капитала, дай бог, это что-то будет меняться по стоимости. Ну, это же вы сами знаете, возьмите мультипликаторы Газпрома и на различных компаниях или кого угодно еще. И, конечно, вы видите фундаментальную недооцененность, конечно. Чем вы гордитесь в своей карьере? Ну, для меня важным, конечно, было то, с чего вы начали сегодня, это работа в правительстве. И действительно то, что кажется, сегодня это кажется очевидным, но сделать рубль конвертируемым тогда, это было не просто. Вот. И вообще полностью поменять это, вообще, вот, я сейчас думаю, как-то вообще меня хватило смелости. Мы давно остановили, мы же там перешли на тарифное регулирование, а тарифы были где-то правильные, где-то неправильные. И там вот, мы на какое-то время остановили, например, полностью экспорт леса в Финляндию. И там чуть до войны не дошло. Вот. И вот все это было неизбежно. Мы не знали, какие нужны тарифы. Мы просто с воздуха считали. Вот. И вот все это, тем не менее, было сделано. И то, что эта экономика заработала, на самом деле, в 90-м году, вот это, мне кажется, что это, конечно, профессионально. Это было очень трудно. Но это этим, безусловно, я скажу честно, я вполне могу гордиться. Вот. Ну и плюс мы создали, в общем, большие финансовые институты вместе с коллегами. И Альфа-банк, и Альфа-страхование. Вот создание структур больших, больших проектов, это то, чем мы гордимся. Мы, в общем, не ради денег, это делали ради проектов. Эти несколько проектов у нас, безусловно получились. Вот. Ну и вне там, в чем я уже меньше занимался сам, но и вне, так сказать, финансового сектора, то, что у нас, в общем, была очень эффективная нефтяная компания, это, в общем, все это, безусловно, остается в памяти. Какой профессиональный опыт для вас самый ценный? Ну, мне было трудно всегда, и много я учился, ну, везде. Для меня было абсолютно, после академической карьеры, для меня был абсолютный шок, и совершенно нового, и опыт, и очень тяжелый работа в правительстве. Вот, слава богу, я был очень молодой, мне было 36 лет, когда я пришел. Вот, и было, конечно, очень трудно здесь, я совершенно ничего в банках не знал. Я в своей жизни до сих пор не прочитал ни одной книжки по управлению, ни одной. Вот, поэтому, значит, вот, я в школе бизнеса, в школе не учился, как вы можете догадаться. Это все было на ходу, все это было трудно, и все это было, безусловно, такой очень большой опыт. И управленческий у меня тоже его не было совсем. Вот, я первый раз галстук одел, по-моему, когда министром стал. Вот до этого у меня не было такого опыта с
соответственно, и кроме своей секретарши, там, я на работе тоже ничем не руководил, и жены, соответственно. Поэтому вот этот весь этот опыт управленческий, человеческий, профессиональный, он для меня был абсолютно новый. А сейчас у нас новый опыт, вот то, что касается Запада, прежде всего, где совершенно другая жизнь, и мы, на самом деле, сказать честно, думаем, что это проще будет. Но вот я вот, опять же, больше погружен в голландский банк, все механизмы управления. На Западе совершенно другие, отношения людей другие, такой новый вызов тоже очень тяжелый, на самом деле. Поэтому я много раз вот сталкивался с новыми ситуациями, мы сталкивались с ними все время, но как-то учились. Ни одной книги по управлению похоже на осознанное решение. Не, мне скучно. Это не осознанно. Я пытался несколько раз, но просто они такие скучные все. Вот, я это открывал, а тут же закрывал. Поэтому я с удовольствием чему-то научился. Вот, у меня сейчас сын идет в бизнес-школу там учиться. Вот, может, он чуть расскажет. Вот, но я как-то просто не было. Мне так вот книги по психологии я с ужасом открываю, так скучно. Вот как вот вообще все, что касается правил жизни, как жить, как работать, мне всегда было очень писать неинтересно. Скажу честно, мне это не удавалось. Вы что-то изменили бы в своей карьере, в своих решениях, если вернулись бы на 30 лет назад? Нет, ну я принимал много ошибочных решений, и мы все принимали ошибочные конкретные бизнес-решения по вложениям, по кредитам. Там мы, конечно, делали ошибки. И большие ошибки на до десятки уж точно миллионов долларов. И поэтому и вложения мы делали, и не продавали, когда можно было продать, и не покупали, когда надо было покупать. И мы там могли, я мог отдельно от Альфы, и Альфа могла вместе со мной, могли быть, например, стать за копейки основными акционерами Яндекса в свое время. Вот. Мы от этого отказались, например. Вообще мы... Потом то же самое было с Фейсбуком. То, что вот пошел, в конце концов, с... Я просто Юрия Мельна знаю с детства, поэтому, так сказать, у нас были. И там и Воложа тоже. Поэтому, значит, вот с юности. Поэтому у нас были такие вот позиционные возможности, мы бы в бизнес не пошли. Ну, так сказать, у нас был другой жизненный путь. Наверное, если бы мы пошли, сейчас бы заработали бы на несколько миллиардов долларов больше. Таких ошибок было много. И, безусловно, они были, и вот их было немало. Не продали портфель ГКО в 1997 году, потеряли 100 миллионов долларов, как пример. Поэтому таких конкретных ошибок было достаточно много, их не могло не быть. Что касается таких вот макро-ситуаций, то я ни о чем особо не жалею. А приняв решение не инвестировать в Яндекс и Фейсбук, вы какие-то после этого решения выводы для себя сделали? Нет, мы выводов не сделали. У нас была философия тогда, как сказал, когда мы это обсуждали тогда, и у нас есть партнер Александр, Сашка Настя, кто сказал, что мы по своей философии вкладываем деньги в то, что можно посчитать. Мы вот интуитивно так вот не умеем. У нас просто такая философия. Мы видим проект P&L на ближайшие годы. Если мы в него верим, значит, мы вкладываем деньги. Вот Яндекс, Фейсбук, в то время Рамблер был, по-моему, больше, чем Яндекс, когда к нам приходили. Вот это все основано только на вере в людей, на вере в модели, но ничего посчитать невозможно. Это не наша философия. Вот, и мы в это дело не пошли. Ну, вот опять же, мы остались в своей философии, значит, вот, поэтому ну, мы бы из этого выводов не сделали. Мы сделали вложение в Uber, вот, может быть, нарушив свои правила, небольшое, ну, сейчас 200 миллионов долларов мы вложили в Uber, сейчас для нас уже такая небольшая цифра вроде бы, вот, может быть, это как-то от наших правил отходит, но в целом мы остались в той философии, где мы живем всю жизнь. Мы вкладываем деньги туда, что можно посчитать. У вас есть собственный портфель таких портфельных инвестиций? Или... Ну, у меня есть какие-то деньги. Я этим очень мало занимаюсь. Конечно, у меня есть деньги, которые мы получаем дивиденды. И, конечно, там я их куда складирую. И, значит, соответственно, ну, я этим совершенно... И вот в Альфа-Капитале лежат, соответственно, там Альфа-Капитал им управляет. Я смотрю отчеты. Вот. Но кроме этого общего замечания, что это должна быть самая консервативная стратегия, больше я в это не вмешиваю. Самое важное для бизнесмена. Какие качества... Ну, для бизнеса, вот, главное в бизнесе, что успешным не можно быть, только когда у вас есть набор качеств. Это вот, в отличие так от науки, может быть, просто быть очень умным на сцене, или, может быть, просто очень талантливым артистом. В бизнесе, чтобы быть успешным, надо иметь набор качеств. Они и интеллектуальные, и эмоциональные, и человеческие, это образование. Вот это совокупность разных качеств. Вот. Но сейчас говорят про эмоциональный интеллект, сейчас говорят еще про интеллект волевой, как новая речь составляющая, новая размерность. Вот. Но как минимум вот, IQ плюс эмоциональный интеллект, это, так сказать, просто основа. Ну, плюс еще нужно образование.
вот уже какой-то жизненный опыт, то такой вот именно этим интересен бизнес, это совокупность разных качеств. За последние годы привлекательность финансового сектора для молодых специалистов, ну, скорее, снизилась. Mm-hmm. Сейчас какой бы вы совет могли бы дать молодым людям? Стоит ли делать ставку на карьеру? Знаете, вот я считаю, что надо делать то, что интересно. Вот мне кажется, вот тут угадать, что там будет более востребовано, очень трудно. Я считаю, что вот единственное, главным победительным мотивом должно быть то, что интересно. Вот это, мне кажется, является основным. И если интересно рисовать, надо рисовать, а интересно заниматься математикой, надо заниматься математикой. Вот. И вот это вот должно вести, а не то, что там, где будет более перспективно, мне кажется, это вторично. Мне кажется, нас всегда отличало, нам всегда было очень интересно. Петр Владимирович, спасибо большое за очень интересный разговор. Спасибо.